На сцене КДЦ в СГУТУ поздравляют студентов, тех, кто активно проявляет себя в учебе и общественной жизни. В это время, конечно, определяешься с будущей профессией и видишь успехи на пути к этой профессии. А я хочу сказать, что у нас в Улан-Удэ студентов, учащихся молодежи, вас, юношей и девушек, которые учатся, более 40 тысяч. И особая благодарность нашим ребятам, которые отдают свое время волонтерству, добровольничеству. Вы вот, не считаясь своими интересами, своим временем, оказываете поддержку и помощь нашим ребятам, которые находятся в зоне специальной военной операции, их семьям, просто пожилым горожанам, нашим улан-удэнцам. И за это вам огромное спасибо. Сегодня действительно поистине замечательный праздник, ведь День студенчества – это самый веселый, самый дружный праздник. Почему? Потому что на него приходят друзья, знакомые, все те, кто вместе с нами радуется. Успехом студентов рады и городские власти, ведь готовится отличная смена. Именно им предстоит развивать столицу. Депутаты Мандатского совета очень тесно взаимодействуют с студентами. Мы много проводим вместе различных мероприятий социально значимых. В нашем структурном подразделении есть молодежная палата, где половина состава этой палаты – студенты вузов и СУЗов. Сегодня, ребята, от вашей активности зависит, каким город будет завтра. Даже сегодня, в свой собственный праздник, ребята успели еще до награждения организовать концерты на своих площадках, как, например, эта студентка Железнодорожного колледжа. Сегодня с утра мы проводили квиз-игру, посвященную Дню студента, и параллельно проводили концерт, где награждали самых активных студентов нашего колледжа. Я в этом году заканчиваю колледж, планирую поступать в высшее учебное заведение и дальше продолжать свою общественную деятельность. Ну и, конечно, в придачу к грамотам и подаркам для студентов организовали праздничный концерт. В зале практически не было свободных мест. Пришло наше время, стирая границы, строя свое завтра. Мы команда мечты, это правда. Юлия Пермякова, Батог Армын, новости дня.